В московском регионе установилась жаркая сухая погода. Сотрудники Звенигородского филиала Мособлеса усиливают патрулирование. В рейдах принимают участие представители полиции, МЧС и администрации муниципалитетов. Особое внимание уделяется местам массового отдыха граждан. Жители и гостей Одинцовского округа просят воздержаться от посещения лесов в целях профилактики возгораний. Ограничение введено минимум по 19 июля.